Привет всем! Сегодня у нас 12 апреля. Вчера мы убрали весь снег с наших клубничных грядок. И хочу вам сегодня показать, как наша земляника перезимовала. Результат просто замечательный. Все кустики, ну, которые, вот, по крайней мере, видно с боков, потому что еще сам этот укрывной материал, которым мы прикрывали, он еще вот именно примерзший. Поэтому его нельзя еще пока убрать. Но так вот именно с краю, где можно посмотреть, все кустики целые. То есть вся клубника, она перезимовала. Это у нас земляника садовая из семян выращивалась. Все вот эти обе грядки. И поэтому очень хорошо зимует под укрывным материалом. Морозы были минус 50 зимой. А толщина снега вот именно на самой вот этой грядке где-то достигало, наверное, 90 сантиметров, может быть, даже метр. То есть снега было достаточно много. И сейчас, вот именно когда все у нас начало подтаивать, весь вот этот снег, он садится, соответственно, он тяжелый, давит кусты к земле. Мы его весь убрали. И ночами у нас уже не так холодно, то есть минус 5, минус 7. Под укрывным материалом ей совершенно ничего не грозит. И вся неделя ожидается очень теплой, где-то, наверное, градусов 15-17 даже будет. Поэтому как только все оттает, это тут укрывное, уберем его, и все кусты у нас просохнут. Ну вот, смотрите, как смогу, так покажу, потому что еще он примерзший и снег лежит. Вот все кусты, в принципе, все целое, то есть очень хорошо перезимовал. Он тут кустик вообще весь зелененький, все листочки, все прекрасно. И как только вот снег убрали, сами кусты, они начали приподниматься, потому что все равно их толщиной вот этой снега тяжестью вот это придавило. Как только убрали снег, весь укрывной подсох, и все кустики, в принципе, вот можно заметить, они целые, перезимовали очень хорошо, даже при таких вот сильнючих сибирских морозах. У нас Новосибирская область минус 50 было самое большое. И причем, наверное, весь месяц, январь, вот такие страшные морозы. Минус 40, минус 45 и даже вот 50. Все перезимовало. А вот там у нас посажены укорененные усы. Вот с этой самой земляники из семян, которую выращивали. А пока все, видите, только снег убрали, но там еще совсем не оттаяло. А как только оттает, тогда уже посмотрим, как там результат. Но раз уже здесь перезимовало, то, наверное, и там, скорее всего, все тоже перезимовало. А укрыто здесь уже не укрывным, а спанбондом, то есть черным материалом. Ну, в общем, что было, тем и укрывали. Поэтому, если, конечно, будет тепло, то весь укрывной совсем уберем. Но сейчас именно самое главное, чтобы именно кусты просохли у нас. То есть, чтобы здесь не было никакого запревание. Подсохло оно даже вот уже сейчас. Подсыхает, но все равно, когда откроешь, конечно, оно лучше вот это все просохнет. И чтобы у нас здесь ничего не прело. Потому что, когда здесь сыро, на улице-то уже очень тепло, то под именно укрывным может он начать у нас преть. Поэтому обязательно нужно так открыть, чтобы здесь подуло, подсушило. И дальше, если будут заморозки, можно накрывать. В принципе, он пропускает солнечный свет этот укрывной, поэтому ничего страшного не будет. Но если будет тепло, то уберем совсем. Ну, вот такие вот хорошие новости. Теперь будем укрывать всегда землянику именно вот таким вот укрывным материалом. И она будет просто замечательно зимовать. А это вся рассада, которую выращивали в этом году из семян также. Она у нас сейчас находится в теплице. На ночь будем ее прикрывать сверху тем же самым укрывным. Морозы у нас будут. Минус 2, минус 3, минус 4, может даже минус 5. Но в теплице, конечно, это не так сильно заметно. Все-таки здесь за день нагревается все, и земля потом постепенно все-таки она отдает тепло. И ничего страшного не должно случиться земляника, которая у нас будет накрыта. Поэтому вот такие вот хорошие новости. Подписывайтесь на наш канал. Дальше будем также высаживать вот эту землянику. С той земляникой делать подкормки, еще что-то. В общем, для хорошего, именно отличного урожая. Подписывайтесь, делитесь на видео с друзьями, заходите почаще в гости. И пока-пока.
До новых встреч и всего вам самого-самого доброго.